Здравствуйте! Я доктор наук, преподаватель Бегюм Шахин. Являюсь руководителем Центра прикладных исследований в области предпринимательства и лидерства. Наш центр был основан в 2019 году с целью поддержки предпринимательской экосистемы, развития в студентах предпринимательского духа и разработки различных проектов. Миссией нашего центра является знакомство учащихся Технического университета Остин с миром предпринимательства. Студенты, имеющие предпринимательскую жилку, приходят к нам в центр со своими идеями и разработками и получают возможность их представления в конце учебного года на мероприятии Demo Day. Благодаря этому их предпринимательские проекты могут получить поддержку таких организаций, как Тюбитак, Совет Турции по научным и технологическим исследованиям, КосГЭП, Управление Турецкой Республики по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса и многих других государственных и частных организаций. Благодаря нашему проекту «Социальный воркшоп» социальная предпринимательская работа наших студентов получит поддержку гражданских общественных организаций и ассоциаций женского предпринимательства. Кроме того, мы помогаем студентам отправиться по обмену за границу по программе Erasmus+. Центр прикладных исследований в области предпринимательства и лидерства фиксирует все студенческие работы и проекты, значимые для предпринимательской экосистемы. И при выпуске из Технического университета Остин они получают табель, где перечислены все их заслуги. Данный документ дает выпускникам большие преимущества при устройстве на работу, а также при открытии собственного дела. Наш центр ведет обширную работу в областях женского предпринимательства в технических отраслях, а также социального предпринимательства. Мы всегда открыты новым идеям и активно включаем нашу молодежь в эти работы. Приглашаем в Центр прикладных исследований в области предпринимательства и лидерства Технического университета Остин всех желающих попасть в мир предпринимательства.